Ирис карликовый кэтсай – многолетнее растение с крепкими зелеными стеблями и вишневыми цветками. Высота луковицы многолетника не превышает 9 см. Лилево-розовые ирисы будут хорошо смотреться рядом с белыми цветами. Данный сорт также подойдет для составления восточных композиций. Кэтсай цветет в конце апреля, начале мая. В период цветения растения имеет нежный сладковатый аромат. Карликовый ирис относительно неприхотливый в уходе, нуждается в умеренном поливе и удобренной почве. Перед посадкой в грунт рекомендуется добавить немного извести. Ирис карликовый кэтсай – это многолетнее растение. Цветок лучше всего подходит для одиночных посадок, групповых посадок, миксбордеров, газонов. Ирис прекрасно используется подавляющим числом садоводов во всем мире для дренированных богатых почв. По типу ствола ирис карликовый кэтсай можно отнести к группе карликовые. Тип роста этого симпатичного растения – среднерослый. В качестве места выращивания ириса прекрасно подходит открытый грунт. Расцветает ирис карликовый кэтсай в месяц май, июнь. Цветы имеют слабый аромат. Ирис карликовый кэтсай по высоте можно отнести к группе карликовые. Интересные цветы ирис могут быть до 9 см. Как правило, на одном цветоносе размещается один цветков. Лист этого прекрасного растения по форме мечевидный. Обратите внимание, что ирис карликовый кэтсай – самоопыляемый, обоеполый сорт. Это растение и тысячи других саженцев, луковиц и семян вы можете купить на нашем сайте www.lofa.ru. Если вы просматриваете это видео на YouTube, то ссылку для покупки этого растения можно найти в описании под видеороликом. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, и вы первыми узнаете о новых растениях для вашей дачи.